Останнім часом досить багато людей стикаються з тим, що зовнішні обставини вимагають їх змінювати своє життя. Постає питання формування нових життєвих цілей. Мене звуть Оксана Клочко-Макаренко, і я хочу поговорити з вами сьогодні про те, як треба правильно формулювати нові цілі. В современном менеджменте очень часто используется так называемая технология SMART, которая включает в себя 5 критериев, которым должна соответствовать каждая новая цель. Критерий номер 1. Цель должна быть конкретной. Что имеется в виду? Вы должны точно знать, как можно подробнее уметь описать то, чего вы хотите добиться. Цель должна отвечать на такие вопросы. Чего конкретно, в каких размерах, в каких параметрах я смогу добиться желаемого, да, как я смогу понять, что это именно оно, что мне для этого нужно использовать, какие ресурсы, какие люди для этого должны быть задействованы, какие у меня для этого есть возможности, а какие есть ограничения. Постарайтесь как можно конкретнее на листочке взять и расписать то, чего вы хотите. Ну, например, вы хотите построить дом. Вы должны знать, какой будет размер этого дома, какие должны использоваться при этом материалы, какие человеческие ресурсы, какие финансовые затраты вы понесете, то есть какая должна быть крыша, какие должны быть стены. В общем, все до мелочей. Чем подробнее вы опишете свою поставленную перед вами задачу, тем конкретнее она будет для вас в вопросах достижения. Показатель номер 2 — это измеримость. Цель должна быть измерима. Вы должны понимать, когда и в какой момент и по каким критериям вы сможете определить, обозначить тот факт, что вы достигли поставленных результатов. Третий показатель — это достижимость. Это то, что влияет, собственно говоря, на нашу с вами мотивацию. Потому что если мы ставим какие-то нереальные, недостижимые цели, рано или поздно мы от них отказываемся. И тогда все наши ресурсы — финансовые, физические, эмоциональные — они как бы оказываются потрачены зря. И к тому же мы получаем чувство глубочайшего неудовлетворения собой и пониженную самооценку. Четвертый критерий, который также влияет на достижение поставленной цели, это значимость этой самой цели. То есть вы должны четко понимать, что принесет вам достижение поставленной задачи, как это улучшит вашу жизнь или жизнь той компании, в которой вы работаете, как это повлияет на то, что происходит сейчас. Это то, что дает мотивацию. Это то, что определяет вообще целесообразность движения в этом направлении. Возможно, оценив данный критерий, вы поймете, что шкурка выделки не стоит. И последний критерий — цель должна быть ограничена во времени. Не стоит ставить долгоиграющие какие-то далеко идущие цели. Возможно, вам стоит разбить их на маленькие подцели и для каждой из них разработать такой мини-план, в котором вы будете видеть промежуточные этапы и будете получать как бы промежуточный результат, который будет вас удовлетворять. Таким образом, в какой-то момент вы можете, в принципе, изменить конечную задачу, где-то свернуть в другую сторону, и при этом вы не будете чувствовать, что вы не достигли поставленного ранее результата. Вы будете более гибкие, более мобильные, сможете реагировать на какие-то изменяющиеся ситуацию вовне. Если же ваша новая цель кардинально отличается от того, чем вы занимались ранее, если вы не чувствуете себя специалистом в данном вопросе, возможно, вам поможет такой небольшой совет. Если вы хотите получить результат в чем-то новом, помогите кому-то другому достичь подобной цели. Что имеется в виду? Возможно, вам стоит найти человека, у которого цель, его жизненная цель близка к вашей. И помогая ему, вы таким образом можете увидеть все подводные камни, разобраться во всех нюансах процесса, чему-то научиться, понять, куда стоит двигаться, а куда не стоит. То есть вы заведомо обезопасите себя от многих проблем, с которыми вы можете столкнуться на своем пути. И еще один значимый момент заключается в том, что ваша цель, она должна быть под вас, исходя из ваших желаний и возможностей.
То есть это, вы не должны копировать чьи-то идеи, чьи-то достижения, идти за модой или за какими-то тенденциями. Иначе вы рискуете в какой-то момент столкнуться с тем, что ваших внутренних ресурсов недостаточно. Или это не подходит вам конкретно, это противоречит вашей внутренней сути. Например, какие-то ваши личные задатки или черты вашего характера не совсем согласуются с той целью, которую вы для себя выбираете. Ну, грубо говоря, бегемотик захотел стать балериной. То есть нужно реально оценивать себя и свои возможности. Не говорится о том, что нужно остановиться и ни в коем случае не пытаться развиваться, но и ломать себя, подстраивать искусственно, пытаться быть не тем, кем вы являетесь на самом деле, этого делать не нужно. Лучше все-таки организовать свою жизнь таким образом, чтобы вы чувствовали себя в ней комфортно. Иначе просто долго быть марафонцем у вас не получится. Я желаю вам, что бы ни случилось в вашей жизни, никогда не останавливаться, искать новые варианты, развиваться, двигаться вперед. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал.